И сегодня же один из высокопоставленных генералов российской армии признал, что в сирийской операции участвуют не только военно-космические, но и наземные силы, если точнее, российский спецназ. По словам генерала Александра Дворникова, командующего группировкой войск России в Сирии, спецназовцы, цитата, «выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах, решают другие специальные задачи», конец цитаты. Интервью с Дворниковым опубликовано в «Российской газете». В этой же статье сообщается, что в Сирии были убиты около 2000 выходцев из России, которые воевали на стороне террористов.